Добрый день! Я решила сшить себе новое платье, и передо мной встал вопрос, как перенести выточку с выкройки на ткань, чтобы эта выточка была с двух сторон платья. Конечно, можно просто вырезать выточку и обвести, но с другой стороны она же не отобразится, она будет только с одной стороны платья. Поэтому я сейчас вам покажу свой метод. Я беру нитку контрастного цвета и наметываю саму деталь выточки вместе с выкройкой. Как видите, эти стежки видно и с одной, и с другой стороны платья. Теперь стежки наметки вытягиваем, чтобы они были свободными, как петелька. А сейчас каждую эту петельку надрезаем ножницами. Теперь аккуратно убираем выкройку, предварительно отцепив все булавки. Просто берем линейку и обводим контур выточки с одной стороны и с другой. Переворачиваем выкройку и обводим выточку с другой стороны. А сейчас просто вытаскиваем ненужные уже нам ниточки и почетче обводим выточку. И все, наши выточки готовы. А на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.